Здесь иногда надо будет подумать. Да, что еще? Смейтесь, да? Смеяться можно, смеяться. Тебе конкретно нельзя, да, все. Кстати, вот у кого дурацкий смех? Есть такие, вот знаете, бывает смех чайки. Вот. Смех чайки прям давайте, дайте это нам, мы это очень ждем. Так, ну и что? 18+, концепт 18+, так что будут маты, никого это не расстраивает, все нормально. Для начала давайте познакомимся, Маня пока готовится, давайте познакомимся. Мне очень интересно, вот люди на первом ряду, вот, мне всегда было интересно, когда вы успеваете купить эти билеты. Вот пара у нас сидит. Как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий, кем вы работаете? Я билетер ДК. Кем вы работаете? Директор? Но не здесь. А директор чего вы? Химзавода? А, ремзавода. Ремзавода. А супругу как зовут? Галина? Как давно вы познакомились, как давно вы в браке? Год назад? Как это происходит? А как вы познакомились? Расскажите, очень интересно. Конечно, вы все знают. Я вам больше скажу, вы сидите на первом ряду, они не видят даже, как вы выглядите. Вы типа познакомились? Не, вы типа казаться. Как вы познакомились? Расскажите. Где? На интеллектуальных играх? А, кстати, это нормально, типа, кто ходит на интеллектуальные игры, квиз, как по-моему, сектанты. Серьезно, вы там познакомились? То есть у вас вопрос, а в каком году Жан-Поль Моне написал такую-то картину? Угадайте, кто вот этой вот подсказки. И ваши взгляды зашлись, вы все угадали. И куда вы его, первое свидание как прошло? Классно. Мне теперь прям очень хочется подробностей. Хорошо, у вас свадьба была, правильно, кто ведущий был? У вас не было свадьбы? Так, друзья, смотрите, я еще работаю ведущим свадьбом. 8-9-2-1-4-8-1-2-3-9-3, если что, обращайтесь. Дмитрий, вы что не записываете? Не запомнили? А, на диктофон записали. Ну правильно, главное видео запрещено. Хорошо, аплодисменты. Спасибо, что пришли. Привет, тебя как зовут? Да, Светлана. Ты прям смотришь, любишь творчество Ваня Абрамова. Скажи какую-нибудь шутку, Ваня. Нет? Нет. А скажи какую-нибудь шутку Нурлана Сабурова. Тоже нет? Тебя вообще, походу, сюда случайно, да, привели? Тебе подарили билет? Ты бесплатно даже кому-то пыталась отдать? У меня тут жена в зале, слушай, поменяйся с ней местами, я вообще по барабану. Хорошо, а подругу как зовут? Ты подруга? Да? Хорошо, чем занимаешься? Работаешь? О, замечательно. А кем работаешь? Социальный педагог. Расскажи, чем занимается социальный педагог? Я вообще не знаю. Что? Ты воспитываешь детей. Свои дети есть? Да? Сколько? Пока один. Ну, ты надеешься, ты ждешь. Поэтому привела с собой почему-то подругу, а не папу. А, он не пошел. А, он в бильярд играет. Ему же больше нравится, когда играет. А, в сентябре рожать ему? Почему ты на концерте аж? Ну, я понял, хорошо. Так, кто у нас? Давайте еще с кем-нибудь познакомимся. Вот парень в телефоне, тебе прям очень сильно интересно. Как тебя зовут? Вы? Все правильно? Сергей. Серега, чем занимаешься? Работаешь, кем работаешь? Ты предприниматель? Вот, все, отлично, смотрите. А как работает помощь предпринимателям? Расскажи, вот нам всем с телевизором вещают, расскажи, как реально работает помощь предпринимателям? Никак. Абсолютно никак. А есть предприниматели, кто согласен? Это девушка, супруга? Да, да. С тобой разговариваю, как у Путина прямая линия. В принципе, на вопросы отвечает, но никакой конкретики. Ты, наверное, в ЗАГСе, когда тебя спрашивают, возьмете ли вы в жопу?
принципе, не против. Так и было? Хорошо, ты чем занимаешься? Кем? Администратор престоля, святая женщина. Давай какую-нибудь акцию сейчас запустим. Да, покажите после концерта билетик в престоле, и вам скидочка. Обязательно все? Все, договорились? Все, замечательно. Так, смотрите, немножечко о себе. Приятно было познакомиться с вами. Давайте еще раз всем аплодисменты. Если у вас нет, да, я не русский, как вы могли понять. Я кавказец, но все русское меня очень сильно преследует всю мою жизнь. Смотрите, русская внешность. Я работаю управляющим в ресторане русской кухни. Русская жена. Это прям боль моих родителей. И смотрите, я правда работаю в ресторане русской кухни, и зачастую бывают ситуации конфликтные, когда мне приходится выходить гостям, решать какие-то проблемы, и очень сложно мне, как кавказцу, объяснять, что свинина съедобна. Я мусульманин. Иногда бывают такие ситуации, когда я выхожу, да, у меня почему-то в голове играет сразу хотя я как бы не армянин, все нормально. И вот это, вам не понравилась свинина, да, что с ней? Все нормально, слушайте, это свинина. Не, там, братан, это свинина даже мусульманам годится, она халяль даже, понимаешь? Так, все, вы не знаете, что такое халяль, идем дальше. Хорошо, давайте, раз знакомство было, давайте еще с ним. О, а как вас зовут? Нет, я открою секрет, я вообще вас никого не вижу, я просто рукой дыкаю, кто мне отвечает, вообще супер. Вань, ты чем занимаешься? Ты работу работаешь. Кем работаешь? К тебе, то есть, если да, что все вопросы по электричеству. Так, друзья, у кого включали электричество в ближайшие дни? А, серьезно? Я прям угадал. Вань, смотрите, отменяем концерт, все, открываем приемную, сейчас будешь решать все проблемы. Хорошо, любишь стендап? Да. Да. А, как часто ходишь? Здесь не очень. Зачем пришел? А, Ваня первый раз. Ладно, хорошо, москвичей маловато, Ваня первый раз. Давайте тогда, друзья, сделаем так, чтобы это было не последний. Давайте сейчас встретим нашего комика бурными аплодисментами. И как это принято у нас в провинции. Друзья, как принято у нас в провинции, представлять стендап-комик из Москвы Иван Абрамов.